такой жанр, как стендап для Куснана, это новинка. У нас есть такие ребята, как под крепким пивом хочется смотреть на наши любимые кустанайские дороги и ездить на приорах. Хочется смотреть на игру футбольного клуба «Тобол». Там никто. Полиция и милиция плохо работала тогда. Сейчас, я надеюсь, Казахстане хорошо она работает, находит сразу всех подозреваемых. Коротенькая, актуальная, кустанайская одностишье. Тили-тили, трали-вали, за Макимов закрывали. Намазываешь на мудака, и мудак рассасывается. Если намазать этой мазью на треки Тимати, они станут на 30% короче. Если намазать на гаишников, многие исчезнут. Как. И знаете, вот взять, допустим, такого артиста, Борис Моисеев. Не хотел бы я с ним наедине побыть в партере, да, знаете, очень опасно. Халло, сука! Как бы, это, я понимаю, что это как бы иностранцы, но потом все спрашивали, слушай, ну почему наши себя так ведут? Знаете, я бы еще хотел сказать, что в странах, где нет зимы, люди добрые. Портер, какой ты, блядь? Портер. 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 Сейчас будет стендап. Мы долго готовили. Дебют. Дебют на альбом. Ребята готовятся. Место просто для любителей пива. Понедельник платите 2000 тенге. И все пиво без ограничений. В общем, просто для любителей. А собственно, что мы тут, а сегодня четверг. Каждый четверг в ресторане новый кустанайский юмористический проект «Стендап». Местный юмор под местное пиво. Кустанай настолько суров, что стендап проходит под пиво. А что это такое? Это братство. Мы не можем разглашать информацию. Не разглашать? Да, не только у нас, не только у нас. Это братство. Сережка, у тебя есть? Сережка, у тебя есть браслет? Вам надо сделать. А вот такие вот, как мы братство. Братство стендапера. Троим браслетики, в общем. Да. А вот Паша мы есть. Мы вдвоем проходили с ним по полгода, пока они нахер у нас не порвались. А Паша пидорас. Все, во второй день просто взял и отрезал крючку. Расключил братство. Договор. Говорим про фенечки, вот, которые завязывают, когда она сама порвется. Ты гонял, короче, очень долго. Наверное, год я с ней продвигался. Уже входит. Вот я ее снимал, пока. Ну, то в море, там, то еще куда-нибудь. Вот так и нарвалось. Порвалось, да? Просто соединялось. Там она одинаковая. Отсовывали от всей хрени, но она прям жестко долго держалась. Сколько тут ламп, плюс фонарей, все разные. Вот эти прикалы у меня самые большие. Наверное, директор магнат лампочек, фонарей. Да, что в моей сумке. Думаем снять обзор. Блять, это сумки пары 17-летних. Ой-ой. А прикинь, если сейчас кошка оттуда выбежит, ну дальше не надо лезть там. Трупы детей. На случай, если тебя выгонят из дома, вот заедет все вам. В программе будет сигарета. А и закурить надо будет. Скажи стендаперам, все можно. Нет, не все. Серега знает, чего нельзя. Серега, чего нельзя стендапить. Я еще не буду об этом говорить. Оставим это в секрете, как бы, и в следующем выпуске. Если это видео наберет 4 лайка, то мы раскроем секрет. Почему мы? Нельзя сделать. Вот Серега раскроет. Да, Серега раскроет секрет. Все, хорошо. И главное, если что-то это, то главное другое, да? Вот. Вот такие все школьники. Школьникам верить нельзя. Школьникам верить нельзя. У них рюкзак всегда на месте. Ушел из дома, не найдешь его. Главное секрету спрятать, волосы надо. Не забыть. А если в бок? Если сзади? Может, за ухо просто, по-старому. Вот раз. Видно. Ну, вон, ручка там тоже пойдет. Там даже ручка, все вот. Есть там? Хорошо, это когда волос кудрявый, видите, можно много чего спрятать. Можно и ручку, и сигарету спрятать. Знаешь, что он курит.
Он не курит, это... Это так, монтаж. Монтажа. Она не запихивается. Она сейчас... Вот, делает эту кудри сейчас туда. Сейчас ломаешь, уже. Да, она ломается. Ну, блин, с такими волосами можно и фокусы показывать. Не, видно. Не. Кокаин с Доминиканы возить. Потерял. Убрать тоже убирать. Помягче все делаем. Или у тебя что там? Нет, ладно, убирай, вообще. Мы еще пришли новые люди, так как тут дети, запретили шутки с матами. Предупредили, сказали, чтобы такие шутки не прошли. Да, высказывали более мягко, шутили. Шутили так, чтобы просто падали и все. А ты сейчас я покажи. Я там не будет. Давай, давай. У нас операция, возьми куртку. Ругаются. Немножко поругали. И еще это в отместку куртку бросила. Да. Унизил. Я успел снять. Не зря записал. Смотри, сколько тут тоже выступ. О! Мы разгадали, почему тут пиво такое дорогое, 2000 целый день. У них своя пивоварня. Пиво там тут готовят. А это мешки с чем-то, да? С углем? Солод. Видите, сколько тут мусора много. Это хмель, наверное, в мешках. Осталось 5 минут до выступления. Мы не выходим, но у нас самим может плохо. Не говоря, как друзей колбасит. Он спокойный, потому что ему выходить позже. А Сережка что-то приуныл. Бом-бом. Я не грешил и не страдал, не подводил, не злился, не пил, не ныл, не крал, не врал, пока я не родился. Здравствуйте, уважаемые друзья! В ближайшие несколько минут буду развлекать вас я. Так что похлопайте, пожалуйста, если вам не жалко. Особо мне рассказать нечего, поэтому я расскажу вам какие-то определенные интересные моменты из своей биографии. Например... Начну с того, что я родился в тот день, когда Сергей Зверев вышел на сцену. Понимаете, да? Беда не приходит одна. Многие спрашивают, я сразу родился кудрявым. Прям сразу. Поэтому маме было не больно меня рожать, а щекотно. Сразу, когда приехал домой, у нас жил такой, знаете, маленький такой симпатичненький пуделек. И слеповатая бабушка. И вот... Благодаря моей слеповатой бабушке у меня стоит прививка манту, прививка от блох, и я могу отличить на вкус педигри от чаппи. Также, я очень люблю своих маму и папу. Вот, посмотрите на меня, да? Знаете, все, что заложено во мне, заложил мой отец. Сначала он заложил мой PlayStation, потом мой iPhone, а потом я его в наркологию. Меня, знаете, жизнь такая дикая, много таких интересных моментов есть. Например, я тихонько пукнул 10 секунд назад, а вы не заметили. Еще, знаете... Лучше громко пёрнуть, чем позорно пукнуть. Каждому свое. Это для его следующего выступления пригодится. Знаете, казалось бы, что может случиться в деревне? Как бы, ничего особенного. Ну ладно, там, девушку засела, это норма, да? Это было, да. В общем, это у меня было. Был такой случай. Все же отдыхали когда-то у бабушки в деревне, да? Вот эта атмосфера, лето, знаете, после дождя. У меня было такое, что бабушка от меня стояла буквально в 5 метрах. Она дела корову. Я представляю. Я шел к ней, и, знаете, там была куча навоза, которую я не заметил. Еще понимаете, погода после дождя. Вот я иду к своей бабуле, я начинаю тонуть в дерьме. Ребят, я к чему? Не берите ипотеку. Пожалуйста.
В моей внешности меня все устраивает. Все. Ну, практически. Да. Ребята, да. Но есть такой маленький нюансик. Когда папа маме дарит на день рождения или на 8 марта бигуди, он, знаете, мне так подмигивает. Меня это немного бесит, если честно, уже который год. Родители мои, они немного рассеяны. Например, однажды я застал, как они ложили мне подарок под елку. Это было разочарование. А как-то я застал, как они... В общем, как меня не принес аист. Еще помню, случай такой был, когда мне было, по-моему, 5. Да, мне было 5 лет. С одной девочкой мы сидели в песочнице, мы играли, начали с ней играть в семью. И вот она там что-то играется с куклами, я строю пасочки, все хорошо. И как-то, знаете, плавно перешло до того, что я лежу на песке, она сидит на мне. Прибегает бабушка, наводит кипишу на весь двор разбегается, девочка убегает тоже, девочка плачет, и с тех пор я ее там не видел. И, как вы поняли, с 5 лет я живу с обеспеченной старушкой. Довольно-таки неплохо, я вам скажу. Как вы могли заметить, я похож на Пушкина. Да. Я не хочу далеко уходить от своего образа. И вот буквально здесь сидел, набросал тут несколько стишков. Предлагаю вам послушать 5 самых свежих моих стишков. Первый про маму. Про то, как она кричит. Ты не достиг, чего хотела. Ты не стараешься, все зря. Выслушивал и убирался неумело. 28 января ты обещал найти работу. Еще тогда, пред Новым годом, ты просто кончил политех. Спасибо, скажет гордо папа. Спасибо. Хоть не гомосек. Второй стишок. Снежанна грустно на кровать приляжет, и, думая весь день о пляже, надолго отложены мысли о лете, сидит проститутка Снежанна в декрете. А следующий стих про любой автовокзал любого города нашей области. Старенький дед зашел в туалет, который был старый такой же, как дед. Хрустнули доски, чвакнула бездна. Ясно, что деда спасать бесполезно. Я пенис. Свой назову по имени. Имя Игнат ему подойдет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает. И знаете, напоследок такое коротенькое, актуальное, костанайское одностишье. Тили-тили, трали-вали, за Макимов закрывали, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Все, он так себя ласково называет, не знаю, почему, может, можно объяснить позже, Джон Сантана. Его зовут, аплодисменты, встречайте, брутальный парень, какой вот бородатенький. Всем привет, меня зовут Джон Сантана. Как бы новогодние праздники уже давно закончились, а привычка хорошо покушать осталась. И я как-то одеваю свои джинсы, и я понимаю, что я в них не влазю. А мой друг такой жиробас, он как бы за рулем своей машины не помещается, он мне говорит как бы, да не парься, ты на меня-то посмотри, ничего ты не толстый. Но мне как бы от этого не легче, как бы штаны мне в раз не будут. И это как президент Монголии позвонит президенту Кыргызстана и скажет, ничего вы не бедные, как бы не переживайте. Как-то так, да. Еще вот не понимаю, зачем нужны штрафы за нравственные преступления. Как бы, ведь нравственное преступление наказание уже само себя включает. Если будешь много курить, заболеешь всякими болезнями и умрешь, так же и с алкоголем. Штраф за это в общественном месте, как бы, к чему еще, да, зачем? Или если будешь много смотреть порнуху, то это понизит привлекательность девушек, которые могли бы тебе дать
или там руки будут волосатые, как бы, мужики, сейчас не смотрите, дома посмотрите. У меня есть мой знакомый, ему 25 лет, как и мне, но он до сих пор очкует своего отца. И он ему все-таки не признался, что он курит. И он прячет свои сигареты в большой коробке от презервативов. И мы как-то идем с ним по улице, и он непринужденно так из рюкзака достает коробку презервативов, как бы, и люди уже оборачиваются. Он оттуда сигарету достает, закуривает, как бы. Представьте, если в темном переулке гопники у него сигаретку стрельнут, и он реально эту коробку достанет. Или отец его спалит и заставит всю коробку, там, всю пачку там съесть. Хотел бы еще поговорить о мудаках, да? Как бы порой нас столько окружают мудаков. И я заметил, что девушкам нравятся мудаки. И вот когда ты хочешь понравиться девушке, думаешь, что становишься на какой-то момент мудаком. И вот, когда ты ей уже понравился, и завязываются какие-то отношения, ты уже как бы думаешь, что продолжать быть мудаком или уже становиться нормальным. И когда останавливаешь себя на этой мысли, ты понимаешь, что уже стал мудаком, и не быть мудаком – это уже реально проблема. Я думал об этом, как бы, и было бы, наверное, очень классно, если была бы такая мазь от мудаков. Намазываешь на мудака, и мудак рассасывается. Было бы несколько видов мази, там одна мазь намазываешь, и мудак рассасывается полностью, а другая одежда остается. Там, в зависимости от того, какой человек там мудак, сразу растворяется. Бывает, там время проходит, или свет включаешь, он раз, все, рассосался. Если намазать этой мазью на треки Тимати, они станут на 30% короче. Если намазать на гаишников, многие исчезнут, как бы. Вот еще меня как бы волнует такой вопрос, когда споришь со стариками, они говорят, не спорь со мной, не спорь. Я уже прожил длинную жизнь, у меня богатый жизненный опыт, ты ничего не знаешь. Но вот когда их накалывают телемагазины, они говорят, они воспользовались тем, что мы старые, воспользовались нашим доверием. И как бы, где был жизненный опыт, где это все как бы было? Еще вот хочу рассказать, что такое Polaroid по-кустанайски. Как бы многие помнят, что такое Polaroid, да? Новое поколение, наверное, не знает, что такое Polaroid, там, PSP, iPhone и все такое. Но вот у моей бабули во дворе построили дом. И самый, так, самая фишка, может, это такой проект был, я не знаю, что. Окна в окна. И вот когда с утра беру чай, в трусах стою и подхожу к окну, вообще посмотреть, что там во дворе творится, то напротив, в окне я вижу такого же мужика, который тоже стоит в трусах и на меня смотрит. И каждый день его уже так вижу. И уже стал привыкать к нему, даже уже на какой-то момент уже смотрю, уже нравится стал, он уже там чуть подкачается, и еще там уже лучше выглядит. И этот. Сейчас, короче, с этим мужиком живем уже, а его квартиру сдаем, как вот там. Надо выживать, все такое. Ладно, все, всем спасибо, это был Джон Сантана, приятного вечера всем. Всем привет, меня зовут Павел. И кто не знает, что буквально недавно, вчера, я сидел в интернете и заметил одну такую картину, что нас называют в детстве именами, и не задумываясь, что оно означает. Представляете, что лишь бы оно было созвучно с отчеством. Давай назовем его Павел, и оно будет красиво звучать. Павел Борисович. Все, так и назовем. Но я стал разбираться дальше в этой проблеме, и что я понял? Оно переводится не так, как мне это понравилось. Но заметьте, Павел, оно звучит мощно. Павел первый, Павел второй. Известные такие личности. А переводится, знаете как? Маленький! Капец, посмотрите на меня. Я вроде такой здоровый, да, вот такой подкачанный парень. Но есть все-таки у меня вот маленький такой секрет. Ну, я вам не буду его говорить. А, допустим, продолжим дальше. Вот я стал дальше копаться в этом.
и знаю такое имя, как Борис, оно переводится как «борец». И знаете, вот взять, допустим, такого артиста, Борис Моисеев, не хотел бы я с ним наедине побыть в партере, да, знаете, очень опасно. Или, допустим, Филипп, красивое такое французское имя, только красочное, Филипп, а переводится как «любитель коней». Вот Филипп Киркоров, посмотрите, ну, чем не любитель, да, игривое, все как есть. И сам он выглядит как, понятно как. И, ну, мне больше всего нравится казахская культура. Взять, допустим, деревни, да, где называют имена, допустим, Кайрат. Очень красивое имя, яркое такое, да, его сразу он стал Кайрат Нуртас, известный, и спел с Нюшей. Вот нужно как-то правильно называть имена. Для них важно, чтобы имя несло какой-то смысл. Смысл. И тогда оно будет известно. Вот я думаю, немножко даже завидую этому народу. И самое главное красивое имя Нурсултан. Нурсултан Назарбаев, Света Султан. Можно гордиться этим. Даже можно поаплодировать нашему президенту. Я очень люблю наблюдать за людьми и часто вижу такую картину, что, допустим, взять наш театр, допустим, люди приходят посмотреть на какой-нибудь спектакль. И идет действие незначительное, смешное. И один парень незначительно вот взял и засмеялся. Стал так ржать, что весь зал его поддержал, все стали смеяться. Но не на чем смеяться. Никто же не знает, что парень просто взял сотовый телефон, залез в ВКонтакт, и ему парень прислал смешной там ролик, и он посмеялся. То есть нельзя быть как стадо и над этим повторяться. Еще что могу сказать? Самое важное, что в нашей жизни не только имена, но есть и девушки, они очень, мне кажется, интеллигентны и очень такие хитрые. Недавно я ехал в автобусе и заметил такой один факт, даже услышал, не был слушателем. Одна другой говорит: «Полин, слышишь, ты такая полигамная». То есть, кто не знает, полигамная — это означает, что много партнеров у этой девушки. То есть она ласково назвала ее шлюхой. То есть это нормально, у нас же нету парней такого. Мы так не поступаем же. Я встречался с одной девушкой, и меня поразил один факт. Я спросила: «Ты как к алкоголю относишься?» Она говорит: «А я вообще не пью». Я так обрадовался: «Вау, ты не пьешь, не пьющая девушка, мне повезло, ура, круто!» И недавно я узнал, что она выпила вино. Я к ней подхожу, говорю: «Ты же пьешь, зачем ты меня обманула?» Она говорит: «Ну это же не считается, меня как бы с детства приучили, вино это». Ну я думал, ладно, так подумал, ну не бывает же немножко беременна. Либо ты беременна, либо нет. То есть, ну и я взял эту методику также, и когда я встречался с девушкой, она спросила: «У тебя были девушки для меня?» Я говорю: «Нет, и вообще я девственник». А потом она узнала, что у меня были девушки, и я объяснил ей тем, что меня так приучили с детства, и что секс за свадьбу просто не считается. И я думаю, это справедливо. Почему не пользоваться такой же методикой? Это очень удобно. Я вот наблюдаю по городу и, знаете, видел такую вывеску буквально недавно за городом. Просто представьтесь и попробуйте вникнуться в эти слова, в эту фразу, просто всем чувством. Шашлык, палка в дорогу. То есть, это как получается, я приезжаю, взял шашлык, поел, и сзади меня армяны ждут такие: «Подарок забирать будете?» То есть мне это не надо. И будет, надо как-то внимательнее быть, но потом им сказали, они эту надпись уже убрали. Едет мама с сыночком на машине, возле интимного магазина проезжает. Ну и, короче, раз, вылетает им... Вылетает в лобовое стекло этот, ну, препарат и ударяется в лобовое стекло. А сын спрашивает: «Мама, что это такое?» Она говорит: «Сынок, это вот маленькая такая мошка». Он говорит: «И насекомое, да». Она говорит: «Странно, интересно, как-то насекомое с таким хреном летать еще может». Вот это из жизни история была? Аплодисменты уже номинант практически. На первое место еще, может быть, кто знает. Время, ну, давно, там никто... Полиция и милиция плохо работала тогда, сейчас, я надеюсь, в Казахстане хорошо она работает, находит сразу всех подозреваемых. Да-да. Рассказывает анекдоты. Ну я не знаю, кого это, в чей город камень, ладно. Изнасиловали, значит, ее вызывают в милицию, и тут подозреваемых вызвали целый батальон, примерно там, раз, два, три, четыре, пять человек.
Ну и спрашивает у него, ну вот посмотрите на них, узнаете на познание, узнаете кого-нибудь? Она посмотрела, ну этот нет, этот нет, этот нет. Так, ну что еще? Ну, говорит, тогда давайте доставайте свои дела, значит, тогда только так потрогать уже, значит, может быть, и узнаете, как это дело было. Ну, она раз трогает этот, нет, не этот, второй, этот, не этот, а этот вообще не с нашей деревни. Мне знаете, что нравится? Что вы громче всех смеялись. Аплодисменты! Я надеюсь, это не случай из жизни из вашей. Я вам открою секрет, у меня три бокала пива, еще один в свободном полете, еще один анекдот. Гаишник останавливает, значит, машину. Значит, этот парень выходит, они говорят, так, подожди, гаишник подходит, крутые едут, я не знаю, как в Казахстане называется, ну, олигархи, например, какие-нибудь. Едут они, значит, открывают, ну, остановили, открывают стекло, говорят, что? Он говорит, ну, документы, они говорят, что? Ну, как будто бы не слышит. Тот, значит, голову засовывает к ним в машину, они раз стекло закрутили, боковое, зажали ему голову, выскочили там его, не знаю, что с ним сделали, но примерно так. А там бабушка сидела, семечки продавала возле базара. Ну, там две версии, или бабушка, или мальчик, значит, там сидел, смотрел, он опешился, смотрел, как это все происходит. Они раз стекло открыли, его отпустили, он глазами туда-сюда говорит, мальчик, ты не видел номер? Он говорит, такого номера я даже в цирке не видел. А вас как зовут? Света, мы вас на четверг приглашаем с нами выступать. Там... Стендапить. К сожалению, она будет уже в Германии. С Германии. Не, ну тогда, Светлана, мы поедем с вами в Германию. Светлана, вот вам кружка пива, я обещал, аплодисменты. Добрый вечер всем, всем привет, как настроение? Давайте друг другу еще раз поаплодируем за хороший вечер. Сегодня у нас будет много чего интересного. Меня зовут Владислав, мне 23 года, но несмотря на свои 23 года, я правда очень много где был и очень много где жил. Последние несколько лет, последние года три, я прожил в Египте и, знаете, как бы... Давайте сразу выясним момент. Пожалуйста, поднимите руку, кто хоть раз был за границей. Вот Турция или Египет. Вот вы где прячетесь. Отлично. Знаете, вот о наболевшем. Я работал аниматором, как бы свою первую деятельность, я начинал с аниматорской карьеры. И аниматор это тот, кто постоянно сталкивается с людьми, с туристами и видит все наши закидоны. Знаете, я вот просто обожаю наших людей, только наши люди, они самые креативные, они самые веселые, они самые-самые. И хотел бы сейчас немножечко рассказать о том, что же все-таки чудят наши люди за границей. Знаете, у меня один такой пример был, вот он у меня в памяти очень глубоко засел. Был один такой у меня парень, его звали Максим. И вот Максим был точно нашим человеком. У него любое знакомство с иностранцем начиналось слов «Hello, сука!» Как бы, это, я понимаю, что это как бы иностранцы, но потом все спрашивали, «Слушай, ну почему наши себя так ведут?» Знаете, я бы еще хотел сказать, что в странах, где нет зимы, люди добрые. Люди добрые, люди постоянно, где постоянно светит солнце, люди что-то ходят, улыбаются, что-то. Но у нас есть тоже такая причина, почему у нас все ходят и улыбаются, знаете. Но сейчас дорого, подорожало, да и не достанешь вообще. Ладно, сейчас, конечно, немножко не об этом. Знаете, в странах, где нет зимы, реально все добрые. Потому что, смотри, вот что у нас вот. Если у нас с клуба или с ресторана вышел пьяный, упал, замерз, умер. Все, у тебя три развития событий есть. Там упал, проснулся, пошел, как-то дошел до отеля. Вот. В нашем, только наши люди, знаете, могут такое, вот зима делает нас злыми. Вот знаете Дарт Вейдера? Кто такой Дарт Вейдер, да? Это вот этот. Да он просто курит стороночки по сравнению с нашими детьми просто. Вы видели, когда наши дети прибегают с улицы домой? Вот этот ледяной шарф, просто вот это заиневшее лицо и вот это... Дарт Вейдер просто, я же говорю, в стороночке, потихонечку отдыхает. Вы знаете, вот я, почему у нас не снимают никаких кассовых фильмов? Вы знаете, почему у нас не снимают фильмы? Потому что, ну, невозможно снять у нас, например, Терминатора. Кто смотрел Терминатора? Вы смотрели Терминатора? Вот, вы помните начало фильма, первые 7 минут?
Вот у нас бы, вот у нас, например, сняли бы только первую часть фильма, потому что, ну, дальше, ну, просто нереально. После слов бы, когда вот он появляется голый, просто вот он появился, ждет, и после слов «Мне нужна твоя одежда». Ну, вы представляете, что с ним случилось бы? Минус 25 на улице, чувак голый сидит и говорит кому-то из наших людей «Мне нужна твоя одежда». Ему бы таких звездюлей навалили, понимаете, что ну, нереально было бы дальше что-то снимать. А жидкий металл, терминатор, жидкий металл какой, ну вообще без шансов. Он бы расплылся, замерз, и наши дети бы потом по нему катались бы еще, знаете, как этот. И потом бы его еще убирали 2 месяца, пока тендер разыграли бы, пока, в общем, выяснили бы, кто это будет делать. Ладно, знаете, у меня есть еще такой вот маленький момент, хотел бы рассказать. Наши люди очень много чудят. Знаете, опять про Максима вернусь. Мы ехали как-то в автобусе на море, и впереди на переднем сиденье сидел англичанин. И англичанин такой статный, с такими большими усами. Максим пил. Максим постоянно пил. И как-то он сел сзади него и смотрит так пристально на этого англичанина и говорит: «Эй, таракан! Эй, тараканище!» Потом подбегает к этому англичану, хватает его за ус и начинает убегать в другой конец автобуса. Вы понимаете, нас с детства учат быть жесткими. Просто хотел бы рассказать, что еще небольшую вам новость такую. Помните, на чем мы купаемся всегда? Вот всю жизнь наши, как бы, я там, мои друзья, мы купались на речках. Я вот пожил на море, как бы, на море тоже все любят купаться. Знаете, я заметил одну маленькую такую вещь. Сейчас на море у детей... Они плавают не то чтобы на кругах, я даже не знаю, как это назвать. Я видел, как один раз девочка маленькая, года 4 ей было, она плавала на баскетбольном кольце, понимаете? У нее был такой круг, тут было такое баскетбольное кольцо. А давайте вспомним, на чем плавали мы. Вот на чем в детстве вы купались? Вот по чесноку. У кого был баллон? У кого был баллон от кировца? И это ты был очень крутой, если у тебя был баллон от кировца. Помните, там был еще такой сосок металлический, с палец просто смой. Вот если в него бочина черканешь, ты до 3 швов наложить мог. Не понимаете, какое у нас суровое детство было? Не то, что сейчас. Это просто дом в море плывет. Я смотрю, и ребенок в нем просто. Купили ребенку недвижимость такую свою. Знаете, еще небольшой момент мне очень нравится. Это вот самое актуальное, это сейчас... Вот что самое актуальное в мире сейчас? Вот на первом месте. Вот кто скажет? Самая актуальная вещь в мире, которая происходит сейчас с людьми. Это гаситься в телефоне. Это сбиваться в своих гаджетах. Это постоянно сидеть Инстаграм. Это ВКонтакте, Фейсбук. Я уже просто не успеваю следить, что это все выходит. Но знаете, если вот сейчас отключить электричество в мире... Настанет хаос. Потому что отключи воду сейчас. Эти молодежь загуглит там что-то, как выжить без воды, все найдет, там вырыт ямку, там расстелит, тряпку выжмет из тряпки воду. Отключи газ, они найдут, как сделать огонь, они там что-то в палочке загуглят опять же. Но отключи свет. Настанет просто тотальный хаос. Эти, представляете, вот эти вот 4 миллиарда с айфонами, вот с этими HTS-ками, как в светлячки вот... бегать просто со своими айфончиками, и пока все эти будут батарейки садиться, когда уже просто вот как в фильмах про апокалипсис, про зомби, когда лежат куча просто вот этих зомби, куча трупов, и они все лежат, и вот эти с айфонами точно так же будут лежать, и такие: дайте мне ретвитнуть что-нибудь, ну хоть один твитик, пожалуйста, запостить что-нибудь, не могу. И потом кто-нибудь из старого шкафа достанет Nokia, включит ее, и там будет еще ровно 2 батареечки, знаете. Это самый актуальный момент сейчас. Ну что ж, дорогие друзья, хотелось бы вам еще, конечно, рассказать одну историю про, опять же, про моего очень такого веселого друга Максима. Максим всегда пил. Когда Максимка уезжал с отдыха, он не мог застегнуть чемодан. И это выглядело вот так. Максимка подходит к чемодану, берется за замок, и вот это вот состояние, когда ему две руки держат, и он вот в этом конвульсионном приступе застегивает свой чемодан. Знаете, наши люди, они самые прошаренные, самые умные и самые веселые. И поэтому мы ездим отдыхать именно не к себе, потому что если мы будем отдыхать у нас, просто, мне кажется, мир сойдет с ума. Знаете, что такое стендап? Кто знает? Кому рассказать, что такое стендап? На стендап — это когда
на сцене стоит один человек и рассказывает свои какие-то мысли, делится своими какими-то переживаниями, надеюсь, смешными. Давайте нам поаплодируем за то, что мы решили это вообще производить в нашем городе, потому что такой жанр, как стендап для Кустаная, это новинка. У нас есть такие ребята. Уважаемые дамы и господа, вы знаете, что у пива есть два состояния. Первое состояние – это когда пиво пьешь, все хорошо. И второе состояние – это когда хочется избавиться от первого состояния, да? То есть и непонятно, какое из состояний лучше. Иногда бывает, что одна угорная, и поэтому второе состояние чаще преувеличивает первое состояние. И хочу рассказать вам такую маленькую историю. Говорят, что стакан сметаны продлевает жизнь. Да, есть такое выражение? А как вы думаете, полторашка пива, что может делать с человеком? Я сейчас попробую вам рассказать. Полторашка пива, во-первых, может сделать вашу жену Дженнифер Лопес. Дамы смеются, да? А если две полторашки, то вообще, если даже по расчету женился, тогда ваша жена будет красивой всегда. Еще полторашка пива с человеком может сделать такую вещь. Полторашка пива может домашнее задание вашего ребенка превратить в научную работу по философии. Полторашка пива может сделать приезд вашей тещи прекрасным праздником. Полторашка пива может... Полторашка пива, сейчас, секунду, может... вы становитесь под полторашкой пива политическим аналитиком. Причем неважно, про какую страну идет речь и какая жопа в этой стране творится. Вы все знаете, все... Да, вы тоже разбираетесь в политике? Под полторашечкой это пиво, да? Под полторашкой пива вы становитесь самым крутым художником на снегу, правда? Да. Да? Тоже имя девушки писал, да? Там буковку А не дописал, у меня была такая ситуация. Под полторашкой пива вы становитесь самым крутым певцом в караоке. Причем, чем хуже ты поешь, тем громче твое творчество, да? Да. Так как про караоке отдельный разговор. Мы подобрали три трека, вот подслушали в караоке, записали специально. Итак, хотим маленький хит-парад песен в караоке, которые люди поют под пивом. Итак, на третьем месте вот такая песня. Когда теперь увидимся вновь, кто знает, это может любовь. Я посвящаю эту песню моей любимой девушке Гульнаре. С днем рождения, Гульнара! Люблю тебя, Лиза. Это было записано в одном из караоке нашего города. Итак, внимание. Место, второе место. Итак, аплодисменты слушай. Ну тут три полторашки как минимум было, да? Ну что ж, и гран-при хит-парадов любого караоке – это вот эта музыкальная композиция. Вроде нормально, да, поет? Не пил, видимо. Аплодисменты, это был хит-парад. И теперь попробую еще немножечко поговорить о том, какое пиво вы именно здесь, в Пэсли, любите пробовать. Кто пробовал самое легкое пиво, которое где-то 3,8? Кто его пробовал?
Поднимайте руку смелее. Кто пробовал? Вы пробовали, да? Значит, знаете вкус. Кто? Вы пробовали? Кто пробовал такое, она покрепче немножко, где-то 4,6? Никто не пробовал, да? А и такое есть пиво, оно вообще прям очень крепкое. 5,2, там оборотов, оно пшеничное. Ну, по вам-то видно, что вы, да, уже все попробовали. Смотрите, я сейчас быстренько попытаюсь рассказать вам. Обычно пиво пьешь, да, и смотришь на какое-то событие, да, часто такое бывает. Вот смотрите, например, под самое легкое пиво что можно смотреть? Скорее всего, под легкое пиво с хорошим легким настроением можно смотреть, ну, к примеру, Эль Классико, Реал Барса, да, как играет. Можно смотреть? Да, аплодисменты. Под более крепкое пиво, которое 4,6, можно смотреть, ну, хотя бы российский футбол, да? Уже так подпил, переживаешь. И вот самое крепкое пиво, 5,2, никому не в обиду здесь присутствующим, хочется смотреть на игру футбольного клуба «Тобол». Потом хочется смотреть на долларовую ипотеку постоянно. И очень хочется смотреть под таким самым крепким пивом, как твоя дочь выходит замуж за негра. Под крепким пивом хочется смотреть на наши любимые кустанайские дороги и ездить на приорах. Аплодисменты темному крепкому пиву, будем его сегодня употреблять. Друзья, пиву очень много было посвящено и песен, и даже великий и могучий Александр Цикало начал свое творчество с песни про пиво. Помните песню «Когда муж пошел за пивом, ца-ца»? Вот именно с этого он и начал. И про пиво, кстати, снимают очень много рекламных роликов. Я хочу вам... Деньги на машину. У нас есть машина. Вот, ребят, выйдем. В общем, сегодняшний день состоялся. Лично я искренне рад, что 4 из 6 в этом кругу сегодня удалось нихуево так задебютировать. Я желаю нам удачи, я желаю удачи Роме, который сегодня был, и у которого получилось снять нехеровый видос, я надеюсь, который... Я хочу, чтобы набрал уже 23 лайка. Хочу 23 лайка, чисто за мои кудри. Вот, и я искренне рад, что сегодня мой лучший друг смог быть рядом со мной. За нас. Давай. Пиво чешское, ничего. Забить, забить. Выбирай, Шкода или вот просто выбери. Безопасность или куча говна. Шутил хорошо, тогда мы тебя довезем. А если нет, то оставим. Добро пожаловать в нашу компанию. Все, ребят, всем пока. Сегодня такой был день. Теперь забираем, ура, мы камеру! Забираем камеру!